Казавадский и Лакост. Но те, в отличие от японки, не только живут на льду, но и не выглядят смешно. Итак, Ксения Макарова. Ученица Виктора Петренко и своих родителей Ларисы Селезнёвой и Олега Макарова. Впервые на гран-при. Надо же, мне даже казалось, что в прошлом году мы уже ее видели. Нет, в прошлом году только в финале она выступала юниорского гран-при, 4-е место заняла. Потом стала чемпионкой России и проехалась по турнирам Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры. Молодец, Ксения Макарова. Правда, здорово. И такую симпатичную музычку они подобрали вместе с Ниной Петренко и Виктором Петренко. Не знаю, кто там был инициатором этого фламенко. Оно так начинается все очень сильно издалека, и сначала в полной-полной тишине она исполняет свой первый каскад, и потом прыжочки, и затем уже на дорожке шагов заводит публику, и публика вот здесь уже среагировала, в отличие от предыдущих участниц, которым на дорожке почти не аплодировали, ну, за исключением Мириам Самсон, или, не-не-не, Амелии Лакост, которая в танго тоже там... Публике очень понравилось. Но это вот как раз тот пример, когда люди аплодируют, не могут спокойно сидеть. Хороший прыгнул тулуп с тулупом. Причем второй тройной даже лучше, мне показалось, был. Но это так. Он показался таким еще более собранным. Потом был Ридбергер,
чисто строечного захода. Вот это аксель, тоже интересный был заход со спирали. Ну, не то чтобы прямо уже очень оригинальный, но непростой. И самое главное, что поработали. А значит, прыжки идут легко, и можно их усложнять различными добавочками. Папа, Алеша, бабушка, девушка, я вас люблю. Нина, Вика. Everybody's cool. Hi. Нашим приветы по-русски, американцам приветы по-английски. Вообще все так было очень качественно и грамотно. Отличный был вход в Либелу, все такое спортивное, четкое. Нет никакого ощущения, что что-то вот она делает не так или через силу. Очень понравилось это катание. Ну и посмотрим, куда оно нас заведет. По оценкам. 31.26. По технике надо сказать, что она проиграла Агнеш Завадски. Зато по компонентам выиграла. И таким образом поднялась на данный момент на первое место. И впереди еще две участницы. Это...